облепиха. Ну, короче, идем в лес. Я что-то вчера подумала, геранька. Кстати, герань цветет вот эта дикая. Все лето практически, начиная с конца июня, по-моему, да? И вообще до поздней осени. Не знаю, не помню ее лекарственных свойств. Да я говорю, дружок, ну-ка фу! Я говорю, что это эгоистка я. Конечно, дружку тоже нравится на речке, но как-то лес он, по-моему, больше любит. То, что с детства самого, можно сказать, совсем в юности гулять привык в лесу. Лес обогащает, как бы. Дождь прошел такой. Облепиха яркая такая. Кстати, у нас уже, видите, желтеют деревья. Вот. И тополя, осина желтеют. Вот здесь вот некоторые раньше. А вот береза. Если береза желтеет в августе, это говорит о том, что будет ранняя осень. Это я читала в народных приметах. Вот. Эту боярку пооборвал уже. Она же не спела еще. Парит. Тепло. Дождь прошел. Ой, боярку говорю это. Господи, боже мой, шиповник, он, видите. Вот просто рвут и бросают. Что за народ? Лишь бы поободрать. Что-то тут все такое. Кто-то, блядь, мамай прошел. Это что за хрень? Здесь все так было аккуратненько. Никто никогда не шандарахался. Поспевает. Целебные. Посмотрите, что. Это что, блин, за такое? Вероятно, что здесь коровы гуляли. Вот это вероятно. Хотя они не попрутся в гору. В лес, наверное. О, свиньи. Какого хрена тут? Видите, пооборван. Пооборван. Ощущение, как будто кто-то ехал здесь. Ну, то есть как-то тащили кого-то. Опа! Это кто? О, какая большая птица. Друг, стой! Блин, я не увидела. Ой, это, наверное, сойка. Здоровая такая. Оперением похожа на сойку. Уж кедровка заскочила. Хотя что здесь кушать? Ну, и я, короче, думаю. Дружка. О, сыроега. Сынешка. Вы видите? Что это такое? Это мотоцикл, может, потому что у нас тут мальчишки ждали. Много мотоциклистов в городке развелось. А ты что траву ешь? Зайчиком траву ест. Что-то надо для желудка. Думаю, блин, надо зайчика, сыроега, отвезти в его любимое место. Сыроежка. Вот она. Ой. А! Фу! Блин, паук. Прям на руку. На сыроеге. Здесь, кстати, на тропинке попадаются рыжики. Но... Вот, пожалуйста, смотрите, груздок. Сухой. Прям уже на тропинке. Маленький такой-то. Что я ничем не бергамотом, ничем не помазалась. Ну, я, в общем-то, не знала, идти, не идти. Пошли, зайчик. Повесила себе этот. Фу. О, дождевичок. Иди, как красивая. Сыроежа. Ого, сыроег можно уже насобирать. Фу. Пойдем. Ну, я, короче, уже 10 раз сказала, что зайчика надо отвезти на гору. Вон. Мы здесь за лето пару раз только были. А жара, потому что неохота тащиться в гору. Поэтому... Это поганулька, наверное. Да? Какая красивая поганулька. Для нас поганулька, для кого-то вкуснюлька. Есть же грибы, которые для людей токсичны, а некоторым животным, птицам, у них есть внутри противоядие, железы,
которые выделяют противоядие. Ну, то есть, гриб, допустим, во, рыжик. Красивый какой рыжик. Ой, какой красивый рыжик. Никого здесь не было, по-моему. Сегодня, по крайней мере, чтобы срезали уже. Вот. Определенное противоядие железы, которые старый этот, господи, скажите, масленок. Ну, видимо, вещества в грибах, которые нужны этому животному. Вот. Природа дала ему противоядие, чтобы можно было. Пойдем. Ну пойдем, ты же любишь свою тропинку. Что ты тут нюхачешь? Бегай давай. С собакой гуляли, наверное, вот она. Это удавка. Блин. Так. Момент. Прошу, момент. Прошу прощения, потому что я... Блин, хорошо, если бы здесь были лисички. Он похож на гриб. Вообще, это было бы нечто, конечно. Ну, короче, вы меня поняли. А то я иду. Трындю, трындю. Очень много сыроек. Кто любит... Знакомая была женщина, она на меня, когда только сюда приехала, таскала. Вот здесь по Вознесенке раньше очень много было грибов. Пойдем. Вот. Ну, какие хорошенькие маленькие. Фу! Кыш! Ловушек понаставили. Вот какой древовидный гриб. Я не знаю вообще, что это за гриб. Наверняка в нем есть какие-то лекарственные свойства. Очень хорошие чашки для дождя. Дождь собирается, птичка, насекомая, вода. В жару очень долго сохраняется, потому что влажность гриба позволяет это. Ну, она меня таскала здесь, показывала. Грибы здесь она говорит, почему ты думаешь, гриб называется сыроежка? Я говорю, ну не знаю, наверное, сыры можно есть, но я как-то это по жопе сейчас получил, чтоб не сосал. Опять конфет накидали. Она, ну да. Берет и откусывает, и показывает мне, как можно. Сыроежку съела, она их обожала. Вот, собирала именно сыроежки. Жареные приходят, 2 секунды, сыроежки готовы, она их обожала, жарю. Вот. Ну, она такой человек деревенский. Простите, что руками махаю, потому что и мухи, и комары, всякая хрень, паутина. Никого у нее не было, и никто паутину не содрал. Фу, отвали ты! Потому что утром была жара, а потом пошел дождь. Фу. О, реально подосинек. Не, поганка. Перепутать недолго. Да что ты, блин, привязалась. Да. У меня уже и грузди есть. Сейчас пойдем посмотрим. А, какой смешной. Хе-хе, какая красавица. Как, блин, в мультиках ядовитые грибы с бабкой-ёшкой. Да, настраивайся. Эй. О. Очки мешают отмахиваться. Жжет же прямо около глаз. После дождя все время, когда дофига этой всякой летучки занудной. Грибы разных расцветок. Сейчас получишь, зайчик! Сыроеги. Точно грибников не было, потому что обычно грибники берут все грибы. Фу! Так, это что?
Это грузди сухие. Отошли. Вот, видите? Кто-то уже рыл. Переросты, переростки. Тут уже сухой грузь, чука черный. Пинанули, а рядом молодой вырос. Я не понимаю, что пинать грибы? Вот этого я не понимаю вообще, вот этой фигни все. Вон, смотрите, какие здоровые. Дружок, хватит, а! О, грузди белые. Грусть, это сухой. Вон, сколько наросло здесь. Уже все им. Отошли они. Дружок. О, сырой, что ли? Дружок на эхо реагирует. Я крикнула. Он отреагировал на эхо, начал смотреть по сторонам. Это, по-моему, тоже сухой. Да, смотрите, какой огромный. Просто громадина. Прикольный такой. Комары! Ой, сыроежек вообще валом, конечно. Костяника. Угощайтесь. Что-то мало костяники. Вон сколько груздей было, много. Мало костяники в этом году. В прошлом, да, я показывала. О, вообще вал. Валом ее было. Ох, какой красавчик стоит. Очень много у нас этих сыроек. Вот здесь их мало кто берет. Во-первых, они крошатся. И под грузом их надо вообще в траву ложить, класть. Чтобы они не ломались. Здесь есть более вкусный гриб. Поэтому как-то наш вот народ разбалованный. Ну, по поводу грибов. Конечно, больше любят рыжики, грузди. Чё, зайчик? Сухой грузь тоже мало кто берет. Очень редко. Обычно ждут сырого груздя. Чё уселся? Так, ну вот мы дошли. Вот здесь вот сырой грусть обычно растет. Может, он и есть, но надо копать. А я не пойду копать. Все равно я рвать их не буду. Чего я буду рыться? Кому надо, пусть сам откапывает их. Их же не видно. Они только когда перерастают, уже видно. А так вообще их не видно. Надо ходить и смотреть эти бугорки. На них надо уметь ориентироваться. Либо какой-то. Хочу вот что вам показать. Лебедь. Смотрите, какой воздушный лебедь. О. Воздушный лебедь. Фоточку. Воздушного лебедя вам дарю. Красиво, как будто из карамельки. Прикольно. Ну, надо же. Класс. У кого лебедь, у кого будет? Не, на этого он не похож. Туфля собрала, если перевернуть. Короче, лебедь. Вам лебеди дарю. Чё сел, зайчик? А, солнышко выглянуло. Смотри, какой ты красивый. Фоточку. Чё? Начмокался? Ну-ка дайте морду вытру. Вот вообще непонятно, заяц. Стой, я тебе соплюшку твою вытру. Морда сопливая. Только вытерла, он опять что-то нашел. Здесь, видимо, собака гуляет, или, может, дикие бегают.
Я здесь зимой не была, вон новую кормушку сделали. Как-то вам позапрошлом году показывала, вот эти вот. О, новую сделали. Ну вот это более-менее нормальная. Не знаю, насколько она острая, не опасная. Из кастрюли сделана. Вот прикол. Володька делал. Молодец. А что холостой, что ему делать? Вот красивый, хотела сделать тут. Вот он. Фотки делаю. О, вкусника. Вкусничка. Что-то тоже немного. Около калитки. Около тропинки не буду рвать. На мало ли, собака поссала. Мужик вытащил свой. Да поссал. А, ну вот она есть, но ее не так уж много. Да, зайчик? Да? Морда. Морда, посмотри на меня, морда. Красивая морда. Сфотали красивую морду. Вот так вот прям сфоткала. Красиво, да? На фоне леса. Супер. Класс. Фу. Поднимаюсь, опускаюсь резко. О, паук. Если он не ломанется, я его сфоткаю. Раньше мы думали, вот в детстве говорили, если у паука крест на спине, значит он ядовитый. Здоров, паучок. Мне не очень нравится, конечно, когда я в них попадаю, в эти ловушки. Потому что я с детства. Не то, что боюсь, просто неприятно. Ой, какой прикольный. Вообще отпад. Классная фотка будет, да? Как блестит трава.